С каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Майнин с вами, Вимяу Сувиням. Всем привет, и сегодня с реакцией на видео с канала Мир Бип. Я называюсь Босс. Давайте смотреть. Я очень зол, потому что я закупался продуктом в супермаркете, вызвал такси, мне написали, что прибудет через 2 минуты, но так поехал в другую сторону. Добро пожаловать во второй выпуск рубрики «Брайн и еда». Да, готовки в микроволновке. Microwave Squad. Нихуя не понимаю, слово, блядь! Поэтому я прогуглил, как заработать на казино. Боже, тысяча чертей под ёбкой кривой ебал. Знаете, ребят, мне кажется, я уже налажал, потому что... Лалтош, делаем пиццу полстакана муки. 1/4 чайной ложки стоит. О, у меня рюмочка есть. Идем бухать! Я идиот. Че, все-таки решил сделать масло? Ребята, я сделал вывод, что мне лучше топленое масло не делать. А вообще... Рывчик. Я улетаю. Я в порядке. Шучу, нет! Нихуя! Вот борщ. Реально? Отвечай. Понюхай. Заебись. Вот видите? У меня сраный вентилятор упал! Вау! Думаю, сойдет как... За альтернативу. Надеюсь. Сыр я нарезал. Далее у нас ветчина. Твоей мамки. Теперь нужно выкладывать начинку сюда. Ну что ж, ребят, я могу официально поздравить вас и себя, что я кончил приготовление этой пиццы. Осталось лишь только засунуть ее в микроволновку. Следующий рецепт настолько простой. Я вот с вами Влад Борщ. 2 куриных яйца. Не, нихуя. Настолько простой. Нихуя. If you know what I'm saying. Настолько простой. Как вы, наверное, заметили, на улице уже темень. Предлагаю тебе выглянуть в окно. 5 столовых ложек совсем чуть-чуть разрыхлителя. Я обосрался. Все вылазит из кружки, ребята. Что мне делать? Скачай, блядь. А, не блядь. Блядь! Ну что ж, эта посылка у нас от... Итак, первым делом сладкая палочка. Интересно. Сосать. Блядь, ты охуел? Да. Хотя плевать, пусть подумают, что я порнозвезда. Я порнозвезда. Это что, футболка? Следующая посыл. Это огромный, мать вашу, нож. Шош. Ну так вот, Влада, спасибо. Спасибо. Следующая посылка от лысо грибан туфле. Ты чё, аферист? О, это так мило. Как это остановить? Заткнись! Что ж, ребят, третья посылка. Из какая... Ребят, если хотите, я могу попробовать сделать видео по АСМР. Я пробую АСМР. Короче, жопу вставить. Он ненавидит свою жизнь. Ненавидит свою рару. Блять, ты охуел? Да. Я под кайфом или что? Да. Просьбой посмотреть видео МС Кисус. Это видео, я его даже не открывал, потому что после этого скетчи больше не выходили. Ряу, чики, ряу. Это МС Кисус, которая называется Любовь. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Можно? Что, можно? То? Что? Так ты не МС Кисуля? Все это время ты врала мне. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. О тебе мечтают все в нашем классе, сяси. Только мой! Спасибо. Спасибо. Ты, Максима, я Тамара. Блять, хлоп.
Здравствуйте, меня зовут Максим, из компании Reflame. Всем привет, друзья, с вами я, Брайан. В общем, с момента последнего видео прошло не так много времени. Я не флэш, практически за каждое видео, которое выкладываю на свой канал, меня можно посадить на бутылку. Первая бутылка. Спасибо тебе огромное за то, что ты мне прислала эту бутылку, которая с удовольствием собираться с этими маленькими малышами. Где мой нож? Опять это? Блять, ты охуел? Веселый мармелад. Жри эту слизь, жри ее! Рассмеши друзей! Повторяйся снова и снова! Ладно, на самом деле довольно-таки забавная игрушка. Да, следующая посылка у нас от Анны или Ау. Фейковые деньги. Ну, я вы. Привет, меня зовут Азиль. Слушай, а мы с тобой чем-то похожи. Очень много. Тот самый милый зверек, о котором я думаю. То есть ты не Сергей? О, какой милый рисунок. Слышь, крышку не открываем. Всем привет, ребята, с вами Хрень. Я открыл упаковку, и что я там увидел? Нихуя. Похоже на капкейк, да? Oh, that's hot. That's hot. В общем, как оказалось, их нужно готовить. Очень вкусно пахнет. Прям как горячий шоколад. Ну или какао. Это одно и то же. Ошибаешься. Ты наркоман.